Мекич университетінің қадірлі студентлары. Good evening, dear students. К сожалению, мой татарский не такой продвинутый, чтобы продолжить. Я сегодня утром пыталась, но опять-таки с учетом экономии времени. Я хочу сегодня с вашей группой говорить о более такой, провести более интерактивном режиме. Меня зовут, как Валерий Алексеевич сказал, Альбина Якубова. Я вообще, мои корни ведут тоже в Татарстан. Мои бабушки, дедушка из Оренбургской области, из Казани. Родилась, выросла в Узбекистане, закончила Государственный юридический институт. Второе образование – европейское право, это Европейская академия. Более 12 лет работала в системе управления ООН по наркотикам преступности, начиная с национального эксперта, потом регионального эксперта, потом на международном уровне в штаб-квартире ООН в Вене. И уже 3 года работаю в департаменте по противодействию транснациональным угрозам в качестве менеджера программ по пограничным вопросам. Это такая краткая ремарка о себе. Я должна за свой визит поблагодарить президента Татарстана, господина Миниханова, потому что он находился с официальным визитом в Вене в этом году, в мае месяце, и встречался с представителями общества татар, поволжских татар, и на этой встрече у меня была, я поскольку являюсь членом этого общества МИРАС, поэтому мне на этой встрече удалось рассказать немножко об ОБСЕ, и возникла наша идея рассказать нашим студентам, тем более, что в этом году в ОБСЕ проходят все мероприятия под эгидой поддержки молодежи. Что касается ОБСЕ, конечно, у всех есть свое представление по поводу этой организации, которая была создана в Хельсинки в далеком 1975 году, более 45 лет назад. Конечно, в этот момент создания этой организации тогда основной идеей было противовес Запад, Востоку, было гораздо, это как бы была ситуация холодной войны, но тем не менее сегодня, после распада Советского Союза и других экономических, политических перемен во всем мире, динамика организации полностью изменилась. Если спросите меня, я, например, лет 10 назад я даже не имела представления, что я буду заинтересована работать в такой организации, как ОБСЕ. Почему? Может быть, я потому, что я нашла свою нишу в том плане, что как юрист, который обучался очень долго вопросам уголовного правосудия, criminal law, я думаю, что все у студентов говорят по-английски. И сегодня, как с утренней группой, если я буду какие-то английские слова смешивать, не обижайтесь, ладно? Или помогайте мне перевести их на русский. Потому что некоторые наши, все, что вопросы касаются нашего мандата, они... Я не знаю, как переводится на официальный язык, поэтому я, тем более, что мне легче с вами общаться как с международными, будущими, возможно, международными дипломатами, которые тоже будут стоять на моем месте и читать лекцию. Сегодня, о чем я хочу вам сегодня рассказать, и беседа будет наша проходить, опять-таки, это не лекция, это беседа о таком более интерактивном режиме. Вы можете в любое время меня прерывать, задавать вопросы, потому что, я думаю, у вас уже далеко сформировавшиеся взгляды в определенном направлении. Тем более я сейчас немножко ознакомилась с вашей спецификой, вашего обучения. И кто-нибудь планирует работать в международной организации? Просто для того, чтобы мне лучше понять аудиторию. По каким специализациям я хочу знать у вас... Пожалуйста. На самом деле хотелось бы работать в какой-то международной организации. В идеале, вот так как, допустим, у меня специальность международная безопасность, то это тоже будет структура, возможно, в ОБСЕ, возможно, в ШОС, возможно, в ООН. Но это, конечно. Это недалеко. Это гораздо ближе, чем ты думаешь. Как тебя зовут? Ренат. Ренат, очень приятно. Есть какие-то другие специальности?
У меня специальность международные отношения, актуальные проблемы внешней политики. Но я бы хотел работать в какой-нибудь международной компании во внешнеэкономическом отделе, ну, кем-то вроде аналитика, наверное. Аналитик в этом. Это тоже интересно, тоже подпадает под мандат ОБСЕ, потому что сейчас я буду говорить об измерениях, это больше, наверное, такое экономическое измерение, вторая корзина, как у нас называется. Есть более другие варианты? This gentleman, what is your specialization? You speak Russian, right? У тебя какая специализация? Геология, патриотизация. Как? Геология? Патриотизация. Угу. То есть через это, то есть первый год или второй год обучения? Первый. Угу. То есть сколько у нас здесь стран представлено? Сколько у нас из Татарстана, если можно так посмотреть, руки поднимите? Достаточно международная группа. Вы считаете, что у вас есть маленькая мини-ОБСЕ. А еще какие страны представлены? Турция. Турция? Вау. Афганистан. Турк Чапирос Бильор. Бильор. Since I grew up in Uzbekistan, language is a bit similar. Еще какая страна? Афганистан. Афганистан. Ну, это соседи тоже. Сирия. Сирия. Очень приятно. Азербайджан. Азербайджан. Очень приятно. Колумбия. А? Колумбия. Колумбия? О. Испаньол is more difficult. Кстати, говоря про Колумбию, я недавно закончила смотреть фильм «Наркос». Да, я думаю, что это очень популярно. Да, это... Уже начался, да, третий сезон? Но я думаю, что это во время нашей презентации где-то я вам даже проведу какую-то связь, потому что сегодня мы будем говорить про транснациональные угрозы. И как мы построим нашу лекцию? Мы поговорим о мандате ОБСЕ, деятельности ОБСЕ. И в конце, я думаю, как у нас сегодня показала практика, дело до теста не дошло, потому что у нас была интересная интерактивная беседа. Завтра у нас будет тест в формате «Кто хочет стать миллионером?». Ну, конечно, у меня миллиона нет, но будем набирать очки. То есть особо активные студенты будут вознаграждены маленькими сувенирами из ОБСЕ. То есть это поэтому так для информации, чтобы легче было осваивать программу. На самом деле все будет гораздо проще, чем я вам сейчас говорю. Что говорить, сколько у нас государств, участников ООН? Кто знает? Право. Что касается ОБСЕ, это самая большая региональная организация по безопасности, которая создана на основании устава ООН, chapter 8, 8 глава, и состоит на сегодняшний день из 57 государств. Спросите, кто-нибудь знает, какое было 57-е государство, присоединившееся в 2012 году? Что интересно, для меня тоже всегда вызывало улыбку, потому что я никогда не ассоциировала это государство с Европой. Окей. Это Монголия. То есть у нас последнее присоединилось на сегодняшний день – это Монголия. То есть они были в статусе партнеров с 2004 года, потом на основании переговоров. И опять-таки любое решение в ОБСЕ принимается на основании консенсуса. Те, кто знаком с системой ШОС, ну там ШОС меньшее количество государств, но тоже приблизительно система такая же. Всего у нас есть 11 партнеров, 6 партнеров из из Средиземноморского региона и азиатские, оставшиеся 5 из азиатского региона. Когда мы речь идет о Mediterranean partners, средиземноморских партнеров, то речь идет, мы говорим о Иордании, мы говорим о Египте, мы говорим о Тунисе, мы говорим о Марокко, мы говорим об Израиле и Алжире. Опоздавшие будут отвечать на вопросы, да? От вопросы теста. Значит, что касается страновых офисов, как вы видите, у нас распространено как бы на широком пространстве. Кстати, Канада и США тоже являются государствами ОБСЕ. У нас есть 16 полевых офисов. То есть в Балканском регионе, в Центральноазиатском регионе, в некоторых государствах Центральной Европы, там Молдова, Украина. Поэтому такие, как мы называем, структуры на местах.
Ну, что касается структуры как таковой, ежегодно в ОБСЕ у нас избирается председательствующий. В этом году у нас Германия, в прошлом году была Сербия, на следующий год у нас будет Австрия. Председательствующий, роль председательствующего – задавать тон в области приоритетов на следующий год. Денег, кстати, у нас гораздо теплее, чем у вас в Казани, но красивая сегодня погода. Извините, пожалуйста, мне нужна немножко водичка. Поэтому дальше давайте двигаться. Что касается, когда мы говорим об ОБСЕ, есть всеобъемлющий подход. Это прежде всего касается трех измерений, или по-другому мы иногда говорим трех корзин, то есть которые поддержки, которые предлагаются структурами ОБСЕ. Военно-политическое измерение, экономическое, экологическое и третье, ну, они официально переводят как человеческое, но я люблю такое гуманитарное. Что входит в военно-политическое? Это деятельность полностью департамента по противодействию транснациональных угроз, то есть все мероприятия, все проекты, связанные с имплементированием, ну, охватывающие в том числе проектов, связанные с незаконным оборотом оружия, проекты, связанные с организованной преступностью, борьба с терроризмом, охрана границ и так далее. Экономическое – это все, что связано с экономических преступлений, коррупция, экологии. И гуманитарное измерение – это все, что касается, например, вопроса охраны прав человека и борьба с торговлей людьми. Ну вот, когда мы говорим, что все подход в систему ОБСЕ всегда продвигает всеобъемлющий подход. То есть ни одна сторона, которым занимается или измерение, не обязательно взаимосвязана с другими. Например, если речь идет о финансировании терроризма, мы также параллельно говорим об отмывании денег. Или организованной преступности. Возвращаясь к тому же фильму «Наркос», вы помните, когда наркотические деньги также оплачивались за совершение террористических актов. Хотя тогда еще... Кто-нибудь знает на сегодняшний день определение терроризма? Здесь у нас сегодняшний есть, у нас мы столько говорим вообще о терроризме. Кто-нибудь знает определение терроризма? Ну, какое предположение, дайте, вы же все-таки магистраты. Да, пожалуйста. В принципе, терроризм, с моей точки зрения, это действие с политической окраской в основном. Это действие, направленное для достижения какой-либо политической цели. Правильно. Терроризм, он может быть и информационный терроризм, и вооруженный терроризм. Путем запугивания населения. Но так или иначе, есть ряд различных формулировок, потому что международное сообщество никогда не согласилось на проведение общего определения терроризма. Но тем не менее, и поэтому определения терроризма нет, и все международники и юристы всегда говорят, что это те правонарушения, которые обозначены во всех 19 международных правовых инструментах. Когда мы говорим международные правовые инструменты, завтра, я думаю, что я буду еще с юристами общаться, мы говорим о конвенциях, протоколах ООН и резолюциях Совета Безопасности ООН. И вот я подвожу вас к тому, что все решения ОБСЕ, они не носят юридически обязательный характер. То есть это не говорит о том, что они не исполняются, они говорят о том, что то есть государство в дополнение к каким-то юридическим обязательствам, принятым в рамках, например, конвенции или Совета Безопасности ООН, обязуется подкрепить это своими политическими обязательствами. Ну, мы еще в примерах я вам дальше покажу, как это работает. Вот это вам вопрос. Что такое транснациональная угроза? Ну, дайте мне варианты. Один, два. Допустим, международный терроризм, также можно взять торговлю оружием международную, это картель, наркокартели. Организованная преступность, верно. Я не знаю, можно ли присоединить к транснациональной угрозе, это угроза распространения ядерного оружия. Абсолютно, это та же угроза. Для гендерного баланса, вот Lady in Black,
Девушка хотела ответить. Вот я, ну, скажите, скажите, но все-таки. Это все правильно. То есть, подводя как бы итог, это суммируя то, что вы сказали, это никогда, это обязательно вовлекает другое государство. То есть это межграничная такая вещь. Это сюда входит транснациональные. То, что касается все государства, то, что вовлекает различные границы. Например, Международная конвенция ООН, она не дает определения организованной преступности. Есть какие-то, она описывает какие-то элементы, поэтому это дает различным региональным организациям интерпретировать это также в рамках своего мандата. Поэтому все, что касается транснациональной преступности, это, конечно, терроризм, это проблема номер один, незаконный оборот наркотиков и прекурсоров. Кто-нибудь знает, что такое прекурсоры? Браво. Вещества, которые производят наркотики. Ну, или... Правильно ты сказал? Ты просто единственное, что согласно определению конвенции, там 23 химических элемента, из которых изготавливаются наркотики. Есть какой-нибудь пример? Йод, например, запрещает. Например, всем известный ацетон. Или... уксусный ангидрит. Чем приметен уксусный ангидрит или марганцовка? Без чего? Уксусный ангидрит или ангидрит уксусной кислоты, как сказали биохимики, используется, это основной элемент, химический элемент, который используется в изготовлении героина. То есть без уксусного ангидрита у нас не будет возможно, но есть представитель Афганистана тоже знает, что есть... в том плане, что не в том, что он участвовал, а в том, что он, возможно, слышал, что на самом деле рецепты очень простые. То есть для этого нет необходимости проводить какое-то очень такое высшее образование иметь для этого, потому что рецепты изготовления наркотиков, они открыты в интернете лежат, все рецепты. Можно очень изготовить простым образом, поэтому они изготавливаются в лабораториях. Даже возвращаясь к тому же наркосу. То есть... Или марганцовка – это тот основной прекурсор, который, без которого нельзя изготовить кокаин. Единственный момент такой, чем зависит чистота героина или кокаина, то есть там пропорция, что, грубо говоря, на 1 килограмм героина нужно 250 миллилитров уксусного ангидрита. То есть тогда получается такой достаточно чистый наркотик. Например, если, говоря бы об охране границ или транснациональных угрозах, если я перевожу, например, с Вены килограмм наркотиков, героина, что есть за какую-то плату, меня останавливает Казанская служба безопасности, изымает килограмм наркотика, героина, и в конечном итоге проводится экспертиза. Из килограмма наркотиков у нас получается штука там 100 грамм героина. Остальное порошок. За какое преступление мне будут судить? За килограмм или за 100? Потому что в уголовном законодательстве четкие санкции. Одно дело я килограмм перевожу, другое дело я 100 грамм перевожу. Есть идеи? За килограмм. Правильно, потому что большинство стран, опять-таки, это... Это по российскому законодательству? Ну, видите, как... Правильно, потому что также в российском законодательстве, так же, как в американском, имеет значение умысел. Некоторые европейские страны, они только будут криминализировать только вот эти 100 грамм за то, что перевозка и так далее. Что касается с прекурсорами, там вообще сложно, потому что прекурсоры имеют... В основном законное использование, широкое законное применение в текстильной промышленности или вот в изготовлении. То, что эфедрин, эфедрон, то, что антимедицинских препаратов. И, естественно, очень сложно проводить контроль. То это все я вам подвожу к тому, что это вопросы транснациональных угроз. Торговля людьми. Что такое торговля людьми? Это, если кто-нибудь даст пример, да, это... Торговля людьми. Это в основном... В недавних пор в Японии, то есть они в 2015 году приняли
акт, который запрещает вот как раз торговлю людьми, и они также признали рабство. Ну, это примеры. Торговля людей – это торговля органами. Медицинский, самый большой такой, центр для торговли людей – это Филиппинские острова. Там один человек, в зависимости от здоровья, стоит 1000-1500 евро. Мне так интересно, что вы, потому что об этом очень многие забывают, что многие ассоциируют это просто с сексуальной эксплуатацией. Но помимо этого есть еще попрошайничество, это тоже торговля людьми. То есть дефиниция в том, что все, что касается эксплуатации. Простите, я перебила. И проституция тоже. Очень много европейских стран, это легализованные, и для этого продаются люди. Примерно есть Украина, Болгария, Румыния, Сербия тоже, там Германия тоже легализованная, там Но опять-таки, та же проститутка может, если брать ее законодательно, обратиться в суд за то, что за ее труд была эксплуатация. То есть это, хоть она и легализованная, но тем не менее в уголовном судопроизводстве нужно доказать факт эксплуатации. И это вот я работала очень много с. Как? Она подписывает договор, но тем не менее, если она доказывает, что ее сутенер или что-то нарушено ее права человека, идет эксплуатация, это тоже, ну, как бы, уголовно наказуемое. То есть вопрос, конечно, легализации проституции – это другая тема, но тем не менее хочу сказать, что это на сегодняшний день вопросы, когда касается, например, больших потоков мигрантов, очень много людей. Подневольный труд, например, очень-очень широкая форма эксплуатации. То есть людей берут в рабство, правильно, как сказали. То есть детский труд – это большая тема. То есть элиминировать или бороться с этим очень сложно, потому что самое сложное заключается в том, что жертвы торговли людьми, они в частности, это основной элемент доказательства судопроизводства, который не сотрудничает. И поэтому процент раскрытия преступности очень низкий. Коррупция, отмывание денег и новый, вид новой угрозы, о которой много-много сейчас говорится, это кибер или information communication technologies threat, такой IT-преступность. Несколько примеров, почему создан был департамент, потому что транснациональные угрозы влияют на все аспекты нашей жизни. При работе за компьютером есть примеры, кто скажет, как вот я работаю за компьютером, как это может на меня влиять, что такое, я никого не трогаю, как это может на меня влиять транснациональную угрозу? Ну, если у вас есть доступ к каким-то определенным засекреченным файлам, какой-то информации, если вас взломают, то через вас могут попасть в базу данных или выкрасть государственную информацию. Да, или простой пример, через Facebook. Я могу познакомиться с молодым человеком, и он скажет, тут. Ну, конечно, меня тяжело, конечно, убедить в том, что куда-то поехать. А сколько есть примеров, например, 15-16 лет девочки, которые были зарекрутированы боевиками, террористами, которые австрийские две девочки, пример, они широко в средствах массовых информации о них говорили, они познакомились через Facebook. То есть им пообещали, даже там предложили замуж. То есть, ну, девочки просто наивные и даже не сказав ничего своим родителям. То есть это транснациональная угроза, которая имеет уже реальный выход, то есть конкретные результаты. Во время путешествия, об этом мы тоже немножко остановимся, поддельные документы, то есть когда взрываются самолеты или совершаются террористические акты, вот, например, в Мадриде, на важных стратегических железнодорожных путях. То есть это во время шопинга, это опять-таки вопросы, связанные с отмыванием денег. Я не знаю, там кто-то взломал ваш счет, вашу карточку, или вы потеряли карточку на ваш счет, или вы даже внесли свой, просто есть такие благотворительные организации через интернет, и вы очень много, особенно на Фейсбуке, заболел ребенок, внесите мне, пожалуйста, или дети, пострадавшиеся от конфликта в Сирии, вот, и показывают душещипательные фотографии, но за этим же никогда никто не проверяет, какая организация стоит. Иногда эти деньги собираются и опять-таки используются в криминальной деятельности. Ну, во время готовки это уже так утрировано, конечно, когда, например, есть такой терроризм, когда
когда, например, отравляется вода в больших, вот, как бы, которая поступает как это, в квартиры, да, через квартиру. То есть такого рода. И я уже упомянула, что какова характеристика. То есть это прежде всего, если суммировать из того, что мы сказали, это обязательно охватывает другие границы. То есть это никогда не может быть в рамках одного государства. Это международного уровня преступность. Охватывает все измерения ОБСЕ, то есть это все три кардины, о которых я вам говорила. Это вопросы, касающиеся и прав человека, и терроризма, и отмывания денег, то есть и экологические вопросы. Использующие новые технологии, это опять-таки использование интернета, и требующие вмешательства негосударственных органов. То есть, когда, яркий пример, например, когда принята была резолюция Совбез ООН по 2178, например, по боевикам-террористам. Это когда вовлекается все международное сообщество, неправительственные организации, академии. Когда вот повышается, например, через вот такие публикации, потом можете в конце лекции можете забрать эти публикации, там информация по ОБСЕ. То есть повышается осведомленность о видах организованной преступности и как избежать. Какие институты? Когда мы говорим об ОБСЕ, мало кто принимает. О, ОБСЕ. Многие, мне недавно голландские студенты сказали, ОБСЕ занимается вопросами только Украины. Я была очень удивлена, потому что я ожидала более такое. Конечно, нет. ОБСЕ занимается всеми 57 странами, плюс еще 11 партнеров. У нас есть отдельное направление, например, мой департамент входит во вторую вот сетку, тематический департамент секретариата, то есть... Департамент по противодействию транснациональных угроз, уполномоченные органы, институты ОБСЕ, это Security Committee, комитет по безопасности ООН, и комитет еще один есть форум для по сотрудничеству, то есть там вопросы, касающиеся оборота малого стрелкового оружия. И я уже сказала, есть полевые миссии ОБСЕ. И здесь, может быть, два слова скажу про бюджет. На сегодняшний день бюджет моей организации, всей, полевые миссии, все департаменты, 141 миллион. Кстати, это вот эти, ну, есть очень краткая такая, да, информация, вы можете получить из этой брошюры. У нас 141 миллион на этот год. К сожалению, у нас в связи с... Я не знаю, с финансовой ситуацией страны у нас бюджет снижается постепенно, потому что, может быть, еще какие-то моменты решаются другими организациями, например, UNODC, то есть Управление ООН по наркотикам преступности, например, где я работала в прошлом. Поэтому у нас всего 3400 сотрудников, в которые в целом работаем и в ОБСЕ, и из них 2949 работают в полевых миссиях. Но здесь еще есть такие, ну, такие вопросы по гендерному, там сколько там балансу, сколько женщин, мужчин, вы можете посмотреть. Не буду на этом отдельно останавливаться. Это вот мой генеральный секретарь. Ламберто Заньер, который озвучил мандат в свое время, когда в Вильнюсе есть такое, все решения ОБСЕ принимаются в конце года при Совете министров ОБСЕ. Что это такое? Например, в этом году это будет в Гамбурге 4 декабря, когда все 57 стран соберутся. И, например, проекта у нас будет около 25 проектов решений ОБСЕ. В прошлом году нам удалось только принять из 22 предложенных 6. Почему? Потому что, как если помните, что я сказала раньше, это консенсусная организация. Очень часто возникает, что когда Армения дает какое-то предложение внести какую-то поправку, возникает, опять-таки, Азербайджан вносит свои поправки. То есть вопрос, или, например, Россия, Украина, США, Россия. То есть разные есть варианты. То есть только
том случае, когда страны абсолютно договариваются в том, что это угроза, которая нам нужно, независимости от наших политических разногласий, принять, то тогда, например, как в прошлом году, было принято из 6 резолюций, было принято 3 из них относились к транснациональным угрозам. Опять-таки, связано из них терроризм и борьба с организованной преступностью. Это мой структура моего департамента. У нас всего 3 отдела. Я вот работаю в этом в среднем такой отдел по пограничным вопросам. У нас есть отдел по противодействию терроризму, отдел по полицейским вопросам и координационный отдел, ну, он такой по-английски называется coordination cell, даже не отдел, такой ячейка, который консолидирует всю информацию, отправляет это как бы для ознакомления начальнику департамента. Но помимо прочего, при координационном отделе у нас есть вот здесь перед вами такой пазл, который в принципе пазл, который все, что составляет наш мандат, связанный с противодействием транснациональным угрозам. И как говоря про координационный отдел, то есть, к сожалению, это правда то, что там написано, что очень много организаций, и как начиная на уровне измерения, начинают продвигать какую-нибудь деятельность без координации с другими, то есть получается выход отсюда не самый эффективный. Поэтому при координационном отделе у нас есть сотрудник, который занимается кибербезопасностью. Но это не тот человек, который, например, айтишник, который там раскрывает какие-то преступные группировки, которые там занимаются взламыванием программных обеспечений. Это наш мандат только заключается в том, чтобы повысить меры доверия. То есть у нас есть такая отдельная рабочая группа, где каждая страна, все 57 стран, назначают своего представителя работать в этой группе и обсуждают различные законопроекты, где есть у нас прорехи в законодательстве. И, если говорить про наш мандат в целом ОБСЕ, мы не привносим какую-то конкретную экспертизу, которая углублена в какой-то области. Мы создаем форум для диалога по вопросам безопасности и сотрудничества. То есть мы помогаем собрать все государства за один стол и обсудить животрепещущие вопросы. Конечно, не всегда это приносит результаты, но иногда мы находим компромисс. Например, сегодня меня тоже студенты спрашивали по Украине. Например, здесь есть специальная мониторинговая миссия. Когда все 57 стран, конечно, было много разногласий. Это очень такой глубоко политический вопрос. Создать вот эту миссию, специальную мониторинговую миссию в Украине. И ее мандат продлевается каждые 3 месяца. То есть государства не хотят дать, чтобы на сегодняшний день работает около 600 человек при этой миссии на всей территории Украины. Если вы все хотите сразу узнать про мой департамент, вы можете записать этот веб-сайт и больше перестать меня слушать. Но если на серьезно говорить, то это наша электронная библиотека, через которую вы можете узнать, какие мероприятия проводит наш департамент, в частности, получить информацию по странам, то есть в частности в отношении тех структур, которые занимаются правоохранительными органами, транснациональными угрозами. И в том числе, например, здесь есть базы данных экспертов, около 450 экспертов в различных направлениях по полицейским вопросам, пограничным вопросам, по вопросам борьбы с терроризмом. И ссылки на различные сайты, например, если у нас будет время, мы можем зайти туда, там, например, на резолюцию Совета Безопасности или на сайты Европола, Интерпола. То есть в своей деятельности мы очень стараемся иметь такую роль, чтобы не перекрывать, не повторять, то есть supplement each other, не избегать дубликации, дублирования. Это моя вот любимая тема, отдел пограничной безопасности, пограничному режиму, так называется официально наш отдел, in English, like Border Security and Management Unit, который тоже создана. Для чего вообще нужны государствам границы? Давайте начнем с самого простого. Для чего вообще государство создает границы? Если, в принципе,
Ну, не знаю, возьмем даже Шенгенскую зону. Там, в принципе, виза не нужна, но все-таки граница существует. Чтобы обозначить предел территории, которым она может управлять. Правильно, это логично. Чтобы определить предел своего суверенитета, а также юрисдикцию. Например, если преступление было совершено... что-то сегодня говорю много... Я не знаю, в Узбекистане преступник сбежал в Казахстан, то, естественно, Казахстан, согласно там Минской или Кишиневской конвенции, в зависимости, это конвенция по выдаче преступников, или по называется, не, она называется по взаимной уголовно-правовой помощи. Казахстан должен выдать преступника, но если есть основания полагать, как говорится в международных документах, что ему грозит безопасность его жизни и все такое, Казахстан должен просто провести полное расследование по этому делу. Запросить все доказательства, все улики. То есть есть такой принцип в юриспруденции, как extradite or prosecute, или, то есть выдавай или суди. Если кто-то вам скажет, что моя страна не вовлечена в никакие территориальные диспуты, можете сослаться. Конечно, это не ООНовская карта, это тоже один такой организации, как Think Tank, но тем не менее, вот видите, красным обозначены те страны, которые вовлечены в те или иные конфликты, связанные с территорией. Ну, интересно, что вот Монголия как бы эта тема не затрагивает. Или вот Италию. Здесь граница имеет свой характер. Когда мы говорим о границах, это абсолютно... несовместимо сравнивать, например, те шенгенские границы, например, с Афганистаном и Узбекистаном. То есть я в свое время была на границе Хайратон, такой, кстати, он здесь тоже есть. Нидерланды и Бельгия. Граница прям проходит между, вот где там кафе такое, и просто один шаг вы уже в Бельгии, один шаг вы в Нидерландах. Мексика, США. Такие интересные. Это вот там сказала, вот где такое на Хайратоне. Это... Вот Словакия, Австрия, Венгрия – это такое очень известное такое место. Если будете в Европе, обязательно съездите. Это можно, в принципе, она охраняемая, но если у вас есть визы, то есть это один шаг уже. Одна сторона – это венгерская, это граница. По сути, это беседка разделяет территорию на три части обзорно. Таджикистан, Афганистан. Я вам хочу еще один показать одно видео. Если его не закрыли, сейчас, подождите. А, окей, я попрошу, потому что в предыдущей группе я открывала видео. Еще различные варианты границ. Но Ильхам вернется, я вам покажу. Ну, я люблю, опять-таки, говорить о юридических, правовых рамках. Но поскольку политические рамки ОБСЕ, связанные с по пограничной безопасности, все заключены в этом одном документе. Она 2005 года. Как я вам сказала, все решения принимаются на Советах безопасности государств, Советов безопасности, Ministerial Council. И это одно из решений, которые были приняты в отношении охраны границ. Если будет, конечно, интерес, поищите, он открытый документ. Он из них, там есть 8 целей, которые перед собой ставит эта концепция. То есть связано, как начиная с вопросов о борьбе с терроризмом, организованной преступности, повышение потенциала пограничных служб, в том числе избежание нарушения прав человека на границах, то есть так называемый dignified treatment at the border, и все, что связывать вопросы, связанные с экономическим, возможностями для экономического развития. Есть такой пример, когда... На афгано-таджикской границе такой маленький базарчик создан. Это тоже один из маленьких проектов ОБСЕ, когда каждая сторона, несмотря на то, что все-таки между Афганистаном и Таджикистаном есть визовый режим, наверное, знаете, да, что можно обмениваться товарами, то есть продаются. То есть это как бы развитие небольшой торговли. То есть люди от этого, может быть, скажете, если знаете, расскажите. Mountainous place, but people are the same in both sides. They have relationships. They have also they sell their products. Mm-hmm.
this side, this side is open border, and I have been to this place, and I saw Tajik people and Afghan people in the same place, doing their daily jobs. Because trade opportunities are not so many at this region, so people really use every opportunity to do that. And another positive side between Tajik and Afghan brothers, as we used to call it in Central Asia, is that people they have the same language. They have they speak the same language. So then. Then we are talking about безопасность международных перевозок для обеспечения товарами. Ну, основные направления. Расскажу вам, чем мы занимаемся, в принципе. Пограничный отдел, деятельности отдела по пограничным вопросам. Ну, если говорить честно, то наша аудитория в основном пограничники и полицейские, в основном сотрудники правоохранительных структур, потому что мы проводим тренинги, ну, не как таково, что вот я, Альбина, пришла и там обучила всех пограничников. Естественно, мы созываем пограничников и с различных регионов ОБСЕ, либо с ООН, либо с Фронтекс, либо с Европола, Интерпола. И каждый из них как бы делится своим опытом. Например, что касается, то есть в избежании, конечно, вот одно из направлений их деятельности, чтобы в избежании вот таких, вот так сказать, больших столпотворений на пропускных пунктах. Потому что один из основных принципов – это открытые и безопасные границы. Для меня было, конечно, всегда как бы, как это, открытые границы, потому что всегда, когда страна сопряжена с визовым режимом, но тем не менее понятие открытость имеется в виду, чтобы даже если есть визовый режим, чтобы все работало очень на более, ну, как бы на быстром уровне и не создавало сложности для передвигающихся. Вот это новое направление деятельности ОБСЕ. Я имею в виду, оно не новое, оно было всегда, но то, о чем сейчас очень много говорится, я имею в виду, особенно в первом измерении, это связанные проекты по гендерному развитию. У нас даже есть отдельные проекты Women Leadership Course. Вот и видите с левой стороны тоже из Таджикистана, то есть маленькие, это второе измерение проекта, когда создаются маленькие такие возможности для, например, продавать этим женщинам какие-то подделки, то есть какие-то business opportunities, другими словами. Либо верхние фотографии – это наши тренинги именно для полицейских. Я не знаю, то есть какой-то из балканских стран, я не знаю, какая именно страна. То есть еще у нас при пограничниках у нас есть Women Leadership Course, там, где только мы собираем всех пограничниц и женщин и обучаем как бы всем, все то, чему, все, что касается охраны границ. То есть на самом деле вопросы гендерного равенства сейчас очень высоко на повестке дня стоят в ОБСЕ. Сегодня мы утром очень много тоже про наркотики говорили. Это такое расценки, я думаю, одного из кофешопов в Амстердаме. Но, тем не менее, наша задача и тоже предотвращать незаконный оборот наркотиков. То есть обучение пограничников, как идентифицировать скрытый товар. Естественно, никто не перевозит в открытой форме. Есть различные формы как бы запрятывания наркотиков. Это concealing methods, as we say. То есть мы приглашаем экс-тренеров, экспертов из различных стран, в частности, которые непосредственно имеют такую проблематику, в том числе и российских экспертов, и американских экспертов, которые непосредственно делают такие, даже проводят какие-то лекции, говорят о своем законе. Естественно, это такой, наркотики – это очень многогранный вопрос. С одной стороны, у тебя должно быть хорошее законодательство, позволяющее тебе там задерживать, и с другой стороны, у тебя должно быть тоже оперативное чутье. Потому что кто-нибудь знает, сколько у пограничника есть время, чтобы, например, проверить документ? В среднем, статистически. Секунд 20-30. Правильно, 12 секунд. Даже не 20, 12 секунд. Это такой Frontex дал, такой, у них где какой-то сделали аналитический обзор. 12 секунд. Что может он сделать? Первое, он надо доверять своей интуиции, естественно. То есть, опять-таки, обращать внимание на какие-то индикаторы поведения.
Говоря об индикаторах поведения, я сейчас плавно перешла на безопасность проездных документов. И еще расскажу, что у нас есть новый совершенно проект, где мы обучаем пограничников идентифицировать иностранных боевиков-террористов или просто потенциальных террористов, потому что мы не можем говорить, что они уже террористы, на границах. То есть здесь эта программа включает ряд аспектов. Первые – это базы Интерпола, Европола, где находится в Интерполе, у меня нету, к сожалению, этого слайда, есть такой разный color code system, то есть где они вводят по информации различных государств данные подозреваемых в террористических актах, у которых уже red list, которые уже были задержаны, то есть каждый раз. И идея заключается в том, чтобы объединить все эти пограничные посты, в частности, особенно на больших таких транспортных типа аэропортах, коридорах, подсоединить эту базу данных к сотрудникам пограничных служб, чтобы у них было представление. Ну и, естественно, чисто физически сразу определять, поддельный документ или нет. Ну, здесь я вам... Давай. А вот пункты же входят в ОБСЕ, правильно? Да, конечно. Да, почему тогда эти системы контроля не работали, когда террористический акт был вот в аэропорту? Угу. Да. Например, террористы, например, некоторые российского происхождения СНГ, они были внесены в этот список. Дело в том, что, насколько я поняла, они не дошли до паспортного контроля. Нет, они сразу зашли, не паспортный контроль. Они не зашли, они не дошли. Нет, они же еще прилетели, во-первых, надо этот факт. Они не дошли до главного входа. Но, если говорить, это очень резонный вопрос, я объясню почему. Потому что у нас проводили эксперты австрийские, эксперты по фальсификационным документам. Сейчас качество именно поддельных документов настолько высокое. Сейчас даже подделывают документы именно криминальные организованные группы, и они ставят уже 5-6 виз заехал-выехал. Например, они, опять-таки, это как они делают, это, наверное, тоже определенные вовлеченные криминальные группы в это. Но то есть, когда пограничник, он смотрит документ, естественно, он поворачивает, если паспорт новый, у него это уже первый индикатор, что это уже тоже как бы вопрос такой, это является ли настоящим, подлинным или поддельным. Но тем не менее, вот по турецкому случаю я могу спросить у коллег, в чем был вопрос. Потому что, может быть, у вас более точная информация с правоохранительных структур. Потому что, как вы сказали. Да, они не дошли до... Вход, там было вызвано. Угу. Они же вроде еще прилетели, просто вопрос. Угу. А вот? Вот в чем вопрос. Угу. Бельгию. Угу. Тот раз был сейчас вызов там в Америке. Да, в Бельгии, да. Вот, Турция сказала, что они террористы. Осторожно. Да. Угу. Вот, они не слышали, что это вот. Все, посмотрели, все, что это. Как Турция сказала, все, потом был вызов. Ну, я, кстати, работала, по воле случая, опять-таки, встретила женщину, которая направила запрос в полицию Бельгии, информированную о том, что этот человек, как бы, поскольку он... То есть, грубо говоря, Турция не взяла на себя ответственность, потому что он гражданин Бельгии, да? Был. И, соответственно, Турция высылает его обратно в Бельгию. И бельгийские чиновники, не найдя в течение 24 каких-то особых улик, то есть grounds to detain him, they let him go. То есть, на самом деле, это действительно был такой случай, что мы обсуждали это с нашими турецкими коллегами. Да. Поэтому, но здесь есть еще другие такие, это наши, то есть часть наших проектов тоже заключается в том, чтобы обучить пограничных экспертов идентифицировать паспорта. Но здесь это абсолютно, это из презентации наших австрийских коллег, это людям удается вот такие, с такими паспортами, например, путешествовать, видимо, в каких-то странах это, не все пограничники могут знать о существовании каких-то государств. И, например, вот это очень интересно тоже. Пастерс из Тексас. Там типа по секс, yes, любимый спорт, пиво. То есть... Не соврал. А вот еще одна интересная вымышленная.
Это действительно, пока предъявитель способен смеяться, то есть, ну, он прислал, то есть, такие. А это еще самое маленькое государство, человек, который, это австриец, кстати, себя, бывший спортсмен, он провозгласил это своим маленьким государством и создал себе Силанд. Ну, естественно, его никто не признает, но такой претендент существует. Ну, я уже упомянула, у нас есть такой пограничный колледж ОБСЕ, который был создан в 2009 году по инициативе президента Таджикистана. На сегодняшний день обучено около 3000 сотрудников правоохранительных структур. Но заключается, у них есть очень хорошие курсы трехнедельные по повышению квалификации, так называемые staff courses, есть еще тематические курсы. Мы сегодня разговаривали с руководством вашего института, может быть, возникнет какая-нибудь, может быть, обсудить возможность посещения этого колледжа и получить какие-то курсы. Потому что они еще организовывают, я не знаю, как насчет студентов, они еще организовывают поездку на границу с Афганистаном. То есть это как ознакомительную поездку, чтобы ознакомиться с оснащенностью, как вообще проходит, как работают пограничные службы. Ну, это небольшая статистика. Вот плавно перешли деятельности моих соседей, то есть из того же департамента, из сферы контртеррористической деятельности. То есть что мы, чем мы занимаемся? Мы оказываем содействие в ратификации и имплементации вот этих 19 конвенций и протоколов. Мы их называем международные правовые инструменты. Кроме того, последнее, самое, я уже говорю о таких основных таких горячих вещах, или как такие new threats and challenges, это, естественно, это, опять-таки, это связанное с иностранными боевиками, террористами, это одна из ключевых тем сегодня как в ООН, так и в ОБСЕ. И, например, последняя декларация, которую я упомянула, тоже принятая в прошлом году, это касалось поддержки резолюции Совбеза ООН по 2178 о феномене. Если я вам говорила до этого, что нет определения терроризма, что исторически все 193 страны договорились, дали определение иностранным боевикам-террористам. Я не стала переводить на русский, потому что там есть официальный перевод на эту тему, но я думаю, что Вы все говорите по-английски. То есть получается, когда государство, то есть суть резолюции в том, что главное предотвратить перемещение боевиков-террористов, то есть повышение потенциала, опять-таки, пограничных служб, укрепление потенциала по проверке дорожных документов, потому что первое, что это важный момент, люди, если они передвигаются, то обязательно им нужны документы. И основной, например, подозрительный элемент, когда смотрят, в частности, на билет пассажира, когда очень изощренные и абсолютно нелогические маршруты. То есть очень часто, чтобы выбирают террористы, выбирают себе маршруты, где, по их мнению, с пограничной службой не очень хорошо работают, и они делают иногда себе туры там через Малайзию, даже через Латинскую Америку, и, соответственно, попадают в Европу таким путем. То есть, кроме того, резолюция обязывает вести уголовно наказуемые, признать эти преступления как уголовно наказуемые. Вопросы очень остро стоят радикализации, то есть противодействие насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму. На английском есть, мы называем это world. И это очень важная тема, потому что она вовлекает статистически, вовлечены очень молодые люди, начиная с 16 до 25 лет. То есть это та категория молодежи, которая легко поддается радикализации. Особенно если играют на таких ценностях, как религия. Программа по правовым вопросам, я уже сказала, ратификация, мы оказываем содействие там, написанию национальных законов. Конечно, не мы, мы приглашаем экспертов, которые помогают, например, государству сформулировать какие-то законы в соответствии с конвенциями. Я уже сказала, по повышению надежности документов по пограничному режиму. Так, дальше. Содействие развитию... Давай. Вопрос по
по поводу, когда мы разговаривали про документы поддельные, получается, если паспорт, вот, допустим, вымышленный, просто это не копия какого-то паспорта официального, который есть в государстве, то есть имена, фамилия, поставлена печать, а, допустим, там, вот, страна, например, Питер Пен, который, ну, вот, просто вымышленный документ, так. Это считается за подделку документа или это как? Или это просто попытка? Это прежде всего вопрос к стране, из которой съезжает. Если, опять-таки, обычно в таких случаях человека возвращают, депортируют, да? Но если эта страна вымышленная, естественно, они пытаются выяснить, откуда на самом деле. То есть человек наверняка у него находится, то есть проверяется по той же базе данных. Но если человек не совершал уголовное преступление, это может быть расценено как одно из административных правонарушений. Но если он все-таки, да, но если все-таки находятся другие, потому что во всех документах сейчас, сейчас тоже в следующих слайдах я объясню, продвигается идея биометрических паспортов, когда уже все твои данные, уже включая твои отпечатки пальцев, то есть не, как бы ты уже не подделывал, если у тебя есть чип в наших паспортах, и у меня нет, к сожалению, своего паспорта, но вот даже в узбекистанском паспорте у нас есть чипы. То есть мы на своих тренингах выдаем такие маленькие toolkits, которые прикладываешь к паспорту, и она говорит, есть в паспорте чип или нет. То есть хорошо поддельный паспорт и вложить туда чип очень тяжело. То есть если только он не украденный паспорт. А если он украденный паспорт, то страна обязательно должна информировать Интерпол. Каждый раз, когда я буду проходить через границу с украденным паспортом, она будет выходить такой мне давать красный цвет для пограничника и останавливать меня. Потому что она будет идентифицировать, что владелец потерял этот паспорт, а эта дама пользуется паспортом. Ну, это до выяснения, опять-таки. Что было интересно, меня я всегда работала по терроризму, по пограничникам, но меня всегда останавливают и проверяют мой паспорт очень тщательно. Ну, в принципе, интересно, потом узнаешь про как менталитет, как себе нужно вести, чтобы тебя остановили. То есть обязательно надо показывать, что ты немножко только confused, например. Они обязательно тебе обратят внимание. Если, ну, опять-таки, это все зависит. И что говоря о проектах гендерного развития, интересный факт, что в Израиле в основном в аэропортах работают молодые девушки. Потому что выяснилось, что у женщин более развита интуиция по поведенческого плана. Но, опять-таки, это не умиляет вас, такого фактора, как опыт. Иногда просто он смотрит, и он уже видит, что либо в документах, либо в человеке, либо какие-то есть подозрительные индикаторы. Это может быть вам интересно. Это предупреждение. У нас есть такие публикации. Они все, кстати, есть. У нас вот эта новая программа предупреждение насильственного экстремизма, радикализации. То есть все, что связано, это работа нашего отдела по полицейским вопросам. Это когда мы продвигаем идею community policing. То есть когда вовлекаем народ, то есть если в каждом, например, в Центральной Азии это махалли, да, то есть маленькие такие ячейки, где представитель общества, допустим, домкомы, да, то есть они все сообщают полицейским, если, например, кто-то не живет в квартире. Или, например, если бы в Бельгии это все хорошо работало бы, то все потом признали, что в Мулинбеке постоянно был запах химикатов. Или тот же таксист, который привез их в аэропорт, он тоже ощущал. То есть сейчас у нас на основании вот этих такого печального опыта, я бы не сказала бы мотивирован, но на основании печального опыта мы тоже развиваем такие проекты, как public-private partnership. То есть когда вовлекаем, обычно же как институционально, у нас только полицейский пусть этим занимается, пусть занимаются органы там, охраны. Но это на самом деле, пусть это называется доносчики, но это называется контактное лицо, как focal point, contact point. То есть, который, если в случае какой-то, ну, опять-таки, в плане криминального, допустим, человек просто продавец в аэропорту, и он просто увидел, упало ему в глаза, что кто-то, ну, какой-то, не знаю, кто-то
увидел, что в сумке что-то такое подозрительное. И он просто через свои, опять-таки, рацию или какой-то внутренний телефон, он сообщает соответствующему своему контактному лицу из безопасности аэропорта. А вы понимаете, в аэропорту это сложно, потому что большая часть аэропортов это принадлежит частному сектору. Таможенники, пограничники при нынешнем раскладе, они часто просто как бы работают на территории, но тем не менее большая часть аэропорта, она принадлежит частнику. Поэтому вот это public-private partnership, это одна из таких очень важных стрежевотрепещущих таких проблематик, которая, к сожалению, у нас плохо работает в большинстве стран. Опять-таки, документам удается в ОБСЕ сейчас последние два года огромное значение удается документам, и сейчас мы сейчас работаем над новой такой системой. Сейчас я хочу найти вот эту. Advanced Passenger Information. Это, скорее всего, в Гамбурге в этом году примется решение по... В принципе, это последнее, что, чем занимается ООН и именно соответствующие отделы контртеррористического директората ООН и в том числе ОБСЕ. Это когда, например, я выезжаю из Вены, Например, полиция... Мой этот упал. Думаю, что-то мне мешает. Мой диктофончик упал. Окей. Я выезжаю из Вены, и если, например, пограничная служба Австрии имеет вот эту систему, программное обеспечение Advanced Passenger Information, она, если там так, есть такие два вида, есть такой real-time basis, то есть когда я вылетаю, она отправляет эту информацию казанской службе, или там, я не знаю, как это идет напрямую через Вену, пограничной службе, и пока я долетела, вся информация уже у служб есть. Если, например, они мне не препятствуют, они просто передают информацию по прилету за эти там два часа или там с перерывом, которым я летела, у них есть время проверить все мои данные на базе Интерпол, все мои данные на все, что можно меня проверить, то есть вовлекалась я в какую-то криминальную деятельность или нет. То есть, если у меня все чисто, я продвигаюсь дальше. Но проблема, на сегодняшний день около 55 он только стран использует API, но я думаю, что в связи с угрозой терроризма сейчас больше и больше количество стран как бы соглашаются с этим. В основном против этой системы это государства из Европейского Союза, поскольку они считают, что это нарушение прав человека, что вообще вопросы вот, выдачи какой-то информации всегда идет, всегда и большие дебаты с государствами, например, с Германией, например, с Бельгией, что почему мы не хотим делиться информацией, например, по банковским счетам, потому что это частная информация, но тем не менее, если бы такая информация была доступна, например, правоохранительным структурам, то многие криминалистические или это акты можно было бы предотвратить. Но, например, я тоже не за то, что ратую, чтобы вся информация уходила в правоохранительные органы, потому что есть право на частную жизнь и все соблюдаются. Но когда, например, помните последний случай, когда взорвали гей-клуб в Штатах, когда американский ФБР обратился к компании по мобильным телефонам, они не дали информации, с кем общался последний раз, то есть это защита прав человека, то есть у нас это вопрос имиджа, то есть что есть, в принципе, могло бы, сейчас это, насколько я понимаю, это преступление раскрыто, но сам факт. Ну вот, и у нас еще есть такая компания, то есть если говорить об ОБСЕ, мы очень много наших проектов повышения осведомленности. То есть информация у нас так называемая, если вы посмотрите, у нас такая United. Кто-нибудь пользуется Твиттером? Ну вот, можете заглянуть. Это опять-таки это такие наклеечки, то есть так же, как в свое время вот эти... по борьбе со СПИДом, такой красной ленточки, то есть это... повышение осведомленности. У меня на бейджике есть голубое сердце. Это борьба с торговлей людьми. То есть это своего рода повышение осведомленности, что я против экстремизма и радикализма. Что у нас еще есть?
направление работы. Окей, у нас есть контртеррористическая сеть, то есть в каждом государстве у нас есть представители, и у нас выходит своя публикация, касающиеся контртеррористической деятельности на территории ОБСЕ, то есть какие у нас есть проекты, может быть, какие изменения в законодательстве. То есть есть свой интернет-форум, который действует в рамках той этой полис, которую я сказала, онлайновой системы. О, Светлана Салаватовна, извините, игнорируем. Так. Что еще у нас есть? Защита критически важной неядерной энергетической инфраструктуры. Вы задавайте вопросы. Если какие-то есть такие вопросы, касающиеся, не знаю, из того, что было сказано. Не обязательно именно были напрямую связаны с тем, что я говорю. По деятельности ОБСЕ, из того, что я знаю, я вам тоже расскажу. Из того, что не знаю, я сразу скажу, не знаю. Вот, например, у нас есть, опять-таки, мы развиваем различные виды руководства, но, опять-таки, я вам сказала, наша целевая аудитория – это правоохранительная структура, которая, к сожалению, не всегда имеет тот уровень, который бы позволял как бы своевременно адресовать или отвечать на поставленные проблемы. Поэтому, например, в вопросах кибербезопасности, киберугроз, я не думаю, что у государства есть широкая имплементирующая практика. Мы тоже сейчас зарабатываем какие-то пособия, взаимодействуем с тем же Европолом, Интерполом. Интерпол, например, сейчас, Европол отслеживает все на государств участников посты на Фейсбуке, которые связаны с боевиками и террористами, foreign terrorist fighters, то есть, соответственно, адресуют вопросы, касающиеся информационной безопасности. То есть у них есть тоже такой же подход. Финансирование терроризма. Ну, то есть наша только цель заключается, мы сами как таковой не являемся экспертами в области предотвращения, но мы нанимаем экспертов, которые занимаются этим, с системы ООН, и делимся, из других государств, то есть обмен опытом. Это не всегда у нас тренинги, у нас часто бывает просто обмен опытом. Например, я вам говорила, по демаркации, делимитации у нас был семинар. То есть мы пригласили белорусского и литовского эксперта, потому что у них была очень проблемная вопрос. Например, говоря вот этом триплекс, который Словакия, Венгрия, там еще у них есть граница между Австрией и Словакией по Дунаю. И очень много проблематичных вопросов. Казалось бы, они оба в шенгенской зоне, казалось бы, провели границу. Вопрос стоит в том, что австрийцы, они там во всех договорах оговариваются, что вода – это ресурс, жизненный ресурс. Австрийцы начали прорывать какие-то каналы, то есть часть воды уходит, а граница-то остается, она соответственно, остается неизменно, то есть посередине реки проходит. То есть есть такие маленькие нюансы, то есть, которые мы просто приглашаем стороны сесть за общий стол и поговорить. Или Таджикистан, Кыргызстан. Там очень вопросы анклавов. То есть, ладно, если мы говорим Словакия и Австрия, там хоть безвизовый режим. То есть у меня есть даже видео, там мостик такой, это просто перешагнула одна сторона Австрия, другая сторона Словакии. А как же быть таджикам, у которых такие анклавы на кыргызской территории, когда они... Чтобы посетить своих родственников, они должны получить визу. Опять-таки, разные паспорта. Как вы говорите, для чего нужны границы? Да, под разными юрисдикциями живут. Просто разные страны находят решения по-разному. Некоторые отдают какие-то анклавы. Идите, потому что там живет ваше кыргызское население. Но еще челлендж, вызов заключается в том, чтобы с бывшим Советским Союзом не было четких границ. То есть, естественно, и все, чтобы, когда мы все стали независимыми, нужно было найти те карты, которые были до создания Советского Союза. То есть, историческая карта может быть 100-летней давности. И когда две страны держат две карты разные, и у них они не совпадают, естественно, они начинают бороться за территорию. И это часто, например, в том же примере, который я упоминаю, Таджикистан, Кыргызстан, до сих пор ведутся дебаты. Есть тоже нерешенный вопрос Узбекистан, Кыргызстан. Но, к сожалению, мы пока не можем, мы просто организовываем такие совещания, такие воркшопы, как мы называем,
приглашаем экспертов, у которых были идентичные ситуации, например, Канада и США. У них 100 лет они решали вопрос демаркации. Ну, решили в конечном итоге. Сейчас никаких проблем нет. Ну и наш отдел по полицейским вопросам. Они опять-таки вот вопросами мандата, касающие борьбы с терроризмом, с наркотиками, незаконным оборотом наркотиков. И у них также вовлеченность есть в проект по борьбе с торговлей людьми. То есть, как понимаете, с торговлей людьми, естественно, все, что касается мандата организованной преступности. Ну, опять-таки, public-private partnership, то, что я вам сказала, то, что вот развитие проектов по community policing, реформа уголовного сектора. Ну и, пожалуй, вот так вот. Я то, что сегодня запланировала. У нас есть немножко времени пообщаться, если есть вопросы. Угу. Извините, я хотел задать вопрос, может, продолжить все по поводу паспорта. Ага. Было ли такое, что когда поймали такой человек с легального паспорта, что там, например, все чипы, все документы хорошо подделаны, будет такое проверять администрацию, то государство, которое выдало этот паспорт? Или то государство, которое является этот террорист, гражданин этого государства? Будет такое проверение администрации, которая выдавала этот паспорт? Потому что, может быть, она с моего подделала ему, просто какие-то там связи были, деньги, да? Не, естественно. Первое, кому обращаются, например, если страна А, Б, там, я не знаю, гипотетически давайте говорить, там, я не знаю, в Молдове обнаружили паспорт, который пришел с Украины, опять-таки. Вы говорите, законный паспорт. Вы знаете, что он не поддельный, он законный, да? Ну, или поддельный? Поддельный, но подделали в администрацию, сразу пошли. А вот это другой вопрос. Это для, уже если это законный паспорт, вот, например, очень много случаев было, вот нам, опять-таки, австрийские эксперты рассказали, что в Сирии в период вот этого военного конфликта очень много исчезло из паспортов, оригиналов паспортов. И поэтому было сложно, весь вызов заключался в том, что подлинные документы. Просто ставили другие фамилии, но потом, соответственно, эту информацию по номерам страна, которая изъимала эти паспорта, отправляла номера этих паспортов в Сирию и, соответственно обращались к официальным правоохранительным структурам, потому что они должны были знать, какие паспорта исчезли, а которые паспорта были выданы. То есть только по этим индикаторам можно было определить. Ну, естественно, обращаются. Просто как беженцы ушли, например, Болгарии получили, ну, болгарские или Греции получили какой-то документ о том государстве, просто пошли по Европе, потому что они с этим документом спокойно по Европе. Но что самое парадоксальное, я вам скажу, из последних вот презентаций моих коллег, вот экспертов из Бельгии, там, я не знаю, из Франции, к сожалению, вот эти все террористы, боевики, очень часто просто выходцы из европейских стран, у них у всех, они уже ассимилированы граждане там, европейских стран. А вот я сама уже больше 7 лет живу в Австрии, иногда, например, лечу, я не знаю, в Мюнхен. Хоть бы один человек у меня спросил паспорт. Ну, просто это уже такая профессиональная деформация. Я держу свой паспорт, хоть бы. Но если такой у них принцип, на территории Шенгена они не проверяют. Даже в аэропорту? Даже в аэропорту. То есть там открытая зона. То есть я прохожу свой, подаю boarding pass и этот посадочный билет, и все. И, ну, они в лучшем случае могут у себя ID спросить. Я могу с ID, то есть у меня совершенно нет необходимости. Ну, я-то лечу всегда с паспортом, потому что я не гражданская Европейского Союза. Потому что у них в ID, во всех государствах, у них есть чип с биометрическими данными. То есть это уже информация о гражданине. Ну, в основном приходится работать с правоохранительными органами той страны, откуда приезжает. А как, если правоохранительные органы были вовлечены в этот коррупционный кейс, то там сложно доказать. То есть это уже внутреннее государство. Главное, что отчитаться. Вот как коллега сказал, что Турция информировала Бельгию официально о террористе. Бельгия не приняла своевременного решения, и это что послужило, последствия были печальные. Вот почему мы говорим, что, к сожалению, мы стараемся какие-то проводить тренинги. Ну, опять-таки,
преступники, к сожалению, находят более изощренные очень часто, чаще, чем быстрее реагируют на все это, чем правоохранительные структуры. Но есть, конечно, и успешные истории, которые success stories, когда именно благодаря нашим тренингам были, например, мы проводили тренинг у нас в рамках проекта обучения афганских и таджикских пограничников. И такой трехнедельный тренинг, где обучали их в том числе первой помощи, там, идентификация на наркотиков или других запрещенных веществ в машине и все такое. И эти два пограничника, они попали в какую-то перестрелку в Афганистане. И благодаря этому курсу он потом написал как success story, что он рассказал, если бы я не получил этот курс по первой помощи, то, к сожалению, я бы своего коллегу не смог бы спасти. Ну, какие-то, конечно, есть вещи, которые всегда хочется верить в то, что... Или тот же история с демаркацией, делимитацией. После того, как мы провели семинар, через два месяца стороны сели за стол опять обсуждать вопрос, на котором они остановились. Потому что во время семинара там была такая перепалка между государствами. То есть мы пригласили эксперта, который занимается предотвращением конфликтом, то есть mediating такое. Да. То есть все не так быстро, идеально, просто. Но хочу сказать, что организация наша уже очень динамичные. Даже мне, как программному менеджеру, например, работая в ООН, чтобы мобилизировать какие-то маленькие финансовые ресурсы на какой-то проект, мне приходилось писать проект в этом году, и он только через полтора года был бы оплачен. Может быть, через полтора года уже при нынешней ситуации, меняющихся угроз, то есть, может быть, он совершенно не актуален. Но, тем не менее, это вот такая бюрократическая машина. В системе ОБСЕ я могу писать такую краткую информацию о проекте, подаю потенциальным странам-донорам, и я могу получить финансирование в течение месяца и имплементировать свой проект. В этом заключается как бы beauty of the, or, как бы in my capacity, что. Поэтому, ну вот, пожалуйста. Как вы вообще оцените вообще целесообразность существования ОБСЕ? Целесообразность? Что есть такого в ОБСЕ, что не можно достичь в рамках ООН или двустороннего сотрудничества? Вопрос очень хороший. Сейчас много очень дебатов вообще о том, что нужен ли ОБСЕ, и бюджет наш снижается. Но думаю, что ОБСЕ выполняет свою роль, как говорится, создает форум для... Я знаю, что ОБСЕ, откровенно говоря, не совсем популярно в плане вот как бы предыдущих очень открытости, выражения каких-то взглядов, что у нас в принципе, может быть, так открыто не говорят. Первое, что скажу, что мы представлены во всех страновых офисах, и государство чувствует какую-то, как сказать, хоть и не юридическую, но политическую ответственность такой. Есть такой риск, например, я не знаю, что когда все собираются, и кто-то отчитывается по государству, что вот такие политические обязанности не были выполнены. Ну, одним словом, мы создаем форум для диалога. То есть мне совсем не обязательно быть на чьей-то стороне. На самом деле у меня нет мнения. Если вы меня спросите мнение по Украине, Крыму, у меня нет мнения. Потому что есть у меня только мнение, когда есть решение, вот типа вот этой концепции, когда все 57 стран согласовали решение. А я вам также сказала, о целесообразности. 25 проектов постановления обсуждается, 6 или 5 принимается. То есть люди к чему-то приходят, к какому-то соглашению. Это диалог. То есть любая проблема – это диалог. Ни одно законодательство не было решено без того, чтобы стороны сели и обсудили, даже внутри одного государства. То есть это все-таки, на мой взгляд, конечно, это все-таки, может быть, и субъективное мнение, я работаю на организацию. И, кстати, в ОБСЕ могу работать максимум на этой позиции только 7 лет. Если я поменяю, это не карьерная организация, то есть максимум я могу 10 лет работать. То есть сказать, что я продвигаю этот мандат только потому, что моя жизнь будет до конца будет связана с ОБСЕ, нет. Я просто вижу какие-то реальные изменения, позитивные шаги.